Oh my god, it's a dump! Oh. Sorry guys, it's enough. Cześć, and welcome to the next video. So currently Russia is a big topic, especially I think in Poland. And there are many people that say Russia could invade Poland next. And therefore today I want to check out with you together, what do people in Russia think about? So let's go into the reaction. После окончания спецоперации на Украине стоит начинать новую в Польше? Это уж как получится. Если они позволят, точнее не то что позволят, если они дадут повод, то соответственно, если не будут пакости, нападки, то мы мирное государство, но наш бронепоезд стоит на запасе. Мы защищаемся. So, I don't agree with that, but of course, probably the propaganda in Russia is Putin does everything right, so, and older people trust more the propaganda that is told and use less the internet probably. I don't know if it's restricted in Poland, but yeah. So I get why he has this opinion, but it's sad that he has it. Да, мы исключительно защищаемся. Нам чужой земли не надо. Ну и пяди свои не отдадим. А что, она нам вредит, Польша, ведь, ну, да? Вот, no. У нас сейчас не... Это Молдова. Молдова нам. И румыны. А при чем и Польша, ну Польша... What does Moldovians and Romanians have to... They don't do anything, right? Говно. Мой папа еще говорил, они во время войны, он прошел всю войну, он говорил, что хохлы, полицаи... Гестапо. Западная Украина вся буквально, ну и поляки, и националисты, вот и все. Ну то есть нацистов там много все-таки? Да. Ну поэтому, наверное, надо проводить там тоже, да? Там надо их всех у**ить. Хохлов до последнего и детей у**ить. Это гниль, ее надо у**ить. Все население? I mean, who speaks like that? The person that speaks like that is a Nazi. Not even babies. You know, why babies? This is not that you are born with an, you know, with an ideology. You get trained to this ideology over time. So, why babies? Все население. А Польша куда? Присоединить к России? Ее тоже не... А украинцы всех... I'm curious what they say, what they beep. Is it like a, what, like the F word, or is it something different? Это младенцы, всех, ничего. Это гниль, она распространилась, она уже... Теперь нас не любят они. Они не любят. Никакие они нам ни братья, ни сестры. Они... Пока мы их всех не добьем, заканчивать нельзя, пока мы не покончим со всеми нацистами. А как считаете, вот надо... By the way, Even if Nazis are in this country, right? That is not your country. Why do you care? It's not even that they are like we in the EU and Poland that we are like big, you know, together, right? Why? В момент в Польше много нацистов. Думаю, что да. Ну, получается, Украина враги, Польша враги, Прибалты враги. Это самые наглейшие наши враги. Sorry, I'm getting very, very quick annoyed by dumbness. Так, как считаете, нужно прям военную кампанию какую-то туда проводить или все-таки дипломатическими методами? Ну, если можно будет с дипломатическим, что я очень сомневаюсь, они слишком против нас настроены. They really bought this propaganda in Russia, right? А вот как считаете, как так получилось, что вот там так много нацистов, вот в Прибалтике, в Польше. А я думаю, что вот это вот после, получается, что мы их упустили после Отечественной, прошло уже два поколения. You missed them. Они уже... Please hit like and subscribe, it would help me so much. Thank you. Воспитано совершенно по-другому, у них была другая идеология, другие цели, другие задачи. Я была на Украине, наверное, где-то в 90-х годах. Уже тогда они практически все были в сектах. То есть уже православие... What really interesting is to me is, everybody only talks about countries that were behind the Iron Curtain. Nobody talks about Germany. Nobody talks about them. I mean, the first thought should be that, right? Они больше предпочитали секту. Это уже в те года. Вот дальше назревало, дальше и больше. Вот к чему мы и пришли. Обеспечить безопасность России вплоть до границ Польши. Вот как считаете, нужно нам начинать Security. В Польше после Украины? Да. Почему? Потому что это, если проблема есть, ее надо решать до конца, а не оставлять ее в подвешенном состоянии. А какая проблема?
Украина как государство. А в чем именно заключается вот проблема? Ну, в том, что за 30 лет они так и не сумели построить свое государство. И факт, нужно ли оно вообще. Wait, they couldn't build a state, and now he said that is the existence necessary. But with the second sentence, he said that there is a state, but in the sentence before, he said there is not a state. So he contradicts himself in two sentences. Ну вот, а в Польше тут... Есть Львовская область, которая была всегда спорной территорией. И тут кто как решит. Либо она перейдет в Польшу, либо останется. Это уже вопрос. То есть я считаю, что государство, Украина как государство не смогла стать именно государством. Если действительно развивается неонацизм, мне кажется, общество Европы может вполне это заметить. То есть не нужно участие в этом России какое-то? Оно понадобится в любом случае, но вопрос, насколько сильно. Why is there a need for that? Это уже их проблемы. Пусть местное население и борется с ним. А у нас своих проблем достаточно. У нас даже своих в России достаточно еще подобные публики. Totally true. I mean, yeah, if it would be a total threat to, you know, to Russia... But Ukraine is very small in comparison to Russia, and also military of Ukraine is very small, so that is not a threat to Russia. Ну, в Польше нет, в Прибалтике, да. А почему в Прибалтике? Ну, потому что это явно никому не нужная территория. Unneeded. Unneeded, Польша слишком крупная. Если посмотреть на... Poland is too big. Поляков... Poland is too big to get, you know? Those are small, you can get, but Poland is too big. Исключительно все ради выгоды делают. Вы обратите внимание, что несмотря на их официальную русофобию, они одни из тех стран, которые... I mean, think about why is there a Russophobia a bit. Think about... Don't say it should exist, but think about why it is in Poland, because you invaded them. ...и стали поставлять товары, а наоборот нарастили их количество. То есть двойственно... Я думаю, что у них вся политика исключительно с точки зрения выгоды оценивается. В отличие от, скажем, той же Франции, Германии, где для них именно идеология важна. What is our ideology? What is our ideology? Выгода оценивается. В отличие от, скажем, той же Франции, Германии, где... Wait, so Germany and France are not in for profit, right? Поляков давно надо разгромить. Чтобы не рыпались. Да они на нас и во время Второй мировой рыпались все. Все хотели. Отжать. Нефига им отжимать. I mean, technically... How big was Poland before the Second World War? I don't know right now. Я считаю, что и поляков надо нафиг раз... И нас терпят. They don't like us, so they have to get removed. Oh my god, is that dumb? Oh. Петь не могут поляки. How often should I be then removed then with all the hate comments? How many people don't like me? Они нас ненавидят. Ненавидят давно. А вы были сами в Польше? Да, но я была, когда мне было... Yeah, 4 or 5 at the time was still the Iron Curtain. 4 даже, я маленькая была. Ну уже тогда, да? Было уже, чувствовалось это напряжение. Ну, мне тогда было, честно сказать, в каком возрасте, да, лампочки? Я и не понимаю. They don't love us, so go away. They don't love us, so we don't need them. Please invade them. Но они нас не любят. Ну, то почему они именно русских не любят? Это из-за чего так сложилось? Ну... Почему Украина нас не так не возненавидела, когда воевали вместе? Maybe because you invade them right now? И всю жизнь с СССР вместе, все страны. И вот тут они нас резко возненавидели. Suddenly! Он Чечня на нас. Suddenly! Oh my god. Рыпнулась. Все, теперь сидит, жопку прижала. I mean, okay, it's just a special operation, right? And in Russia, right? But even if I know that Germany makes a special operation in France, I could understand why some French people don't like the Germans. And this woman can't.
Ну а то вы чем объясняете такой вот... Такое изменение отношений, но все-таки воевали. Самостоятельности захотели. Mm-hmm. Хорошо, они назанимали у америкосов денег. А чем они давать будут? What is Americans? That sounds like hurricanes. Что им отдадут? Зачем он им нужен? Это больше всего, мне кажется, это нужно Америке. Это Америка права качает, а все остальные подчиняются. Европе это невыгодно с нами в контрах быть. Потому что они... The first sentence sounds like a threat and is a threat. Come on. Ни туризма, ни экспорта, ни... We have no tourism. Europe has no tourism. France, Italy, UK, Spain has no tourism. I mean, that's literally what they live off. Импорта, вот. Санкции по экспорту из Европы ввели. Так они вообще на чем они будут сидеть? Мы-то Россия, мы выживем, у нас все свое есть. А они на чем? Италия, на чем? На своих оливках будут жить? No, they have pizza, pasta and everything from Germany, because they don't invade any country next to them. And also France and Spain. Как считаете, после завершения спецоперации на Украине нужно начинать новую в Польше? Вы что? Ну, смотрите, Дмитрий Медведев, да? Так Медведев, вы... Почему? Who is Medvedev? А почему? Дмитрий Медведев, ну, бывший президент России, часто в телеграм-канале у себя пишет, что Польша самая страна, которая защищена больше всего нацистами, русофобскими взглядами наполнена. Вот вы как считаете, действительно так может быть? И нужно ли это делать? Even the question is so dumb. Yeah, they are Russophobic. Yeah, let's invade them to make them less Russophobic. If we kill them, it will probably get better. Yeah, sure, sure. Операцию для них... Наши и так еле сейчас справляются. Все, до свидания. What was that answer? Наши и так еле сейчас справляются. Все, до свидания. Спасибо, Маша. Я просто боюсь, что в итоге, если все это так будет продолжаться, это и... What really makes me curious is that nobody was in the other direction. Nobody. Is it really that hard to get real information in Russia? Or did they just choose them and just cut them into the video? И Швецию тронет, наверное, и остальных, наверное, да? Это пойдет по накатанной. Вот, и... Честно говоря, вот у меня сейчас песня играет. В моем мире... В войне нет места. Mm-hmm. Конечно, не хотелось бы ничего такого. Mm-hmm. В Кацфэше? Mm-hmm. Это спекулятивный вопрос. Поставлен не совсем корректно. Потому что, ну, определения официального... Денацификации нету, и под него можно mm-hmm. трактовать что угодно. Mm-hmm. А поэтому я на него не могу дать корректный вопрос, потому что вопрос сам некорректный. Mm-hmm. Ну вот просто смотрите, вот Дмитрий Медведев, вот бывший президент России, часто в телеграм-канале пишет, что вот нацизм распространился там в Европе, и в частности вот в Польше, и России необходимо обеспечить безопасность. Ну, у Медведева того... It's always a good reason to secure yourself by invading others. Always very good. Интересное заявление, я не думаю, что не стоит всерьез воспринимать. Thank you, thank you. России выгодно было бы присоединить... By the way, do you understand Russian a bit or not? Польшу. Вот искоренить нацизм, Польшу присоединить. Eradicate. That is a N-word, right? That is a word that those people would use. Eradicate everybody. That would be something that those people say. Я не знаю, у нас сама-то велика Россия. Главное искоренить нацизм, а присоединять Польшу или не присоединять, пусть они живут сами по себе. Но мы не должны, мне кажется, отдавать им украинские земли. Mm-hmm. Это исконно наше. Am I still recording? Yeah, okay, I'm still recording. Наша историческая земля. Почему мы должны отдавать Польше? Хотя они давно зарятся на западной территории, и на Житомир, и на Львов. И на все западные территории. Им очень хотелось бы отдербанить и Румыния, и Польша. Но мне кажется, нам не стоит отдавать. Угу. За это надо побороться. Это так. Наша земля. То есть Украину, и вот можно попробовать еще какие-то восточные земли, может быть, в Польше. Of course, normally you should be more careful and more like, okay, I understand why, where they came from. But the fuse wouldn't work out. Нет, я не... Зачем нам Польша? Пусть они живут на своих территориях. Я считаю, что нам, как говорится, нельзя отдавать Украину.
то, что Украина. У нас только Украина. Угу. Те западные территории, которые присоединяются к Польше. Our Ukraine. Our Ukraine. Okay, guys, it's now our Poland, yeah? Germany's Poland it is. Hmm? Угу. Житомир, Львов. Это наша. Исконно русская земля. И мы должны ее вернуть. Вот, а вы допускаете включение в состав вот Прибалтики, Польши? Ну, Польша вряд ли, я же говорю, она слишком крупная, а Прибалтика вполне. It's so simple, right? Always, every country you want, you say it's Nazi, right? А для чего? Ну, потому что это лишние территории, которые предпочитают не договариваться, а гадить. Mm-hmm. Ну, если вспомнить ту же Финляндию, где тоже не особо много населения, но которая умудрялась практически всю холодную войну быть нейтральной. Она была нейтральна, а Россия к ней не лезла. Russia didn't interfere with them because they lost terribly in 1940-something. Без визы, без всего, там, в Варшаву, в Краков. Братан, путешествия не стоят войны, поэтому... Thanks. Здесь, как бы, знаешь... Не у того ты спрашиваешь. Угу. Такие вещи. Пусть она будет лучшей расисткой. То есть составила... Чтобы мы ее контролировали. Угу. Чтобы не рыпалась еще угу. на нас. Чтобы не допустить там нацизма, да? Вот этого. Да. И можно путешествовать будет свободно. I'm just disgusted. I'm just disgusted. Шаву там, в Краков. Само собой. Там достаточно красиво. В общем, одни плюсы, да, вот вы видите. Минусы-то вообще, в принципе, нет. Я считаю, что надо присоединить Польшу. Хохло пить и... Sorry, guys. It's enough. It's enough. Unbelievable. Отжать так же, как и Крым. Ну вот, как получается. Nobody's coming to you. Nobody wants to get in jail because he or she says their opinion, like Navalny does. Nobody wants that. Надо, как говорится, пресекать. Потом они становятся гораздо. Every 100 years. Oh my god. И на какое-то время их хватает, а потом снова лезут. Всю жизнь они будут лезть, потому что слишком много зависти к России. И размерам, и недрам нашим, нашему богатству, и нашему сплоченности, и патриотизму нашему. Угу. У нас же народ совсем другой, нежели, как говорится, за границей. Они же там вообще деградировали. How can you be jealous about somebody else's patriotism? Be just patriotic yourself? Huh? Извращенцы. То есть вот геи, да, вот они... Да, вот именно. Guys and girls, I'm disgusted. I'm just disgusted. I don't know. I wanted to film another video after this. I don't think I can do that. Oh! I... What is this? Tell me what I should react to next. Tell me your opinions about that. I'm done, okay? Keep liking and subscribing. And we see each other in the next video. Bye. Alter, so eine Scheiße.